потихонечку наше событие становится регулярным. И я практически уверен, что мы в дальнейшем будем продолжать встречаться, обмениваться нашими идеями и достижениями. Я бы хотел поблагодарить всех причастных к нашему событию и непосредственных участников, их руководителей, их родителей, наверняка здесь присутствуют, за бережное отношение к нашему, ну, так сказать, общему достоянию, свободному времени нашей молодежи. Действительно, если мы просим небольшой взгляд на даже и не очень давнюю нашу историю, взгляд всего лишь 100 лет назад, мы увидим, что у огромного количества людей в принципе не было никакого свободного времени за пределами базового выживания, базового жизнеобеспечения. Их трудами, их заботами и их подвигами мы сегодня имеем возможность не тратить свою жизнь полностью на то, чтобы просто поддерживать физическое существование, но получаем возможность заниматься творчеством, заниматься изобретением нового, именно тем делом, которое только достоин человека. Да, на этом пути не всегда нам ждут розы. Иногда что-то не получается, иногда с чем-то бывают проблемы. Но их преодоление, стремление создавать, стремление открывать что-то новое, это то, что мы всеми силами должны развивать и поддерживать. В этом основа и нашего будущего процветания, в этом просто интерес нашей жизни, и общественной, и личной наших участников. Поэтому я поздравляю всех собравшихся с такой, пусть не самой главной, пусть не самой важной, но этапной точкой в пути творческой деятельности. Желаю успехов и удачи в сегодняшних соревнованиях и в дальнейшей работе. Ну и надеюсь, что те скромные призы, которые готовили организаторы, окажутся интересными и полезными победителям. Удачи всем!